8 июля 2023 год. Анекдоты из жизни. Из моей жизни. То есть этот, после дежурства хотел вечером записать вечернее, но дождь обещает, думаю, может потом не получится. Значит, первый был случай из жизни анекдотический. Это когда 50 на Харьковский этот случай, 50 на 50 перекресток, доеду я до Барабашова, отвечает водитель женщине 50 на 50, имею в виду перекресток, 50 лет СССР, ЛКСМ, а не шансы добраться живой до этого рынка Барабашова в Харькове. Второй эпизод был анекдотический в моей жизни случай, это когда в маршрутке кто-то напузырил газов, парень с девушкой потянул деньги за проезд, а водитель, нюхнув этот штын, сказал: ну вы, блин, даете, а парень сказал: это за двоих. Да, и третий случай, это еще срочная служба, моя срочная служба в Крыму в 90-х годах. Ну, не принципиально, что в Крыму, просто там был крымский таракан. Так, в общем, сидим мы едим, столик на шестерых, это в Симферополе, столик на шестерых, сидим мы едим. И в тарелку одному из нас заползает огромный крымский таракан. Ну, это огромный жучара, противнючий такой, как плавунец, наверное, размерами. Я не знаю, с мой большой палец. Ну, только гораздо более волосатый. И мы там замерли в омерзении просто. То есть, в таком... А пацан, которому в тарелку залез этот плавунец, сидит, продолжает ложкой наминать дальше. И ну, ему говорит там: Петя, Коля, Вася, я не помню его, даже лица уже не помню, там, Вася пускай будет. Вася, ты что, не видишь, у тебя таракан в тарелке? На что Вася, не отрываясь от еды, говорит: да сколько он там съест? Ну, в общем-то, это просто, я сыну, у меня сын брезгливый младший, то есть я ему рассказывал это именно, как надо относиться к таким вещам. Да. Ну, в общем... Три уже анекдота, да, из собственной жизни рассказал, но их будет точно с десяток.